Здравствуйте, мои друзья, мои незримые зрители. Сегодня я представляю вашему вниманию две сестренки, две картины. Даже не знаю, какая из них лучше. Эти картины, знаю точно, могут жить, соседствовать рядом. В свободном расположении их можно менять как угодно, по диагонали и местами можно менять, и они будут жить в интерьере как родственные сюжеты. Написаны они одной рукой моей, написаны они одним сердцем моим, моими пальчиками, моими глазами, моим взглядом и мироощущением. Разница их где-то в 2 недели, их рождение. Вот, ну, в принципе, это не имеет значения. Сейчас я пристально рассматриваю каждую. Я пришла вот на работу и пристально рассматриваю каждую. Вот, и отмечаю, что у каждой из этих работ есть свои достоинства. Вот. Теперь я тут подбирала рамы им. Да, и еще это работы, написанные на холсте с галерейной натяжкой. То есть их можно помещать в интерьер без рамы. Если люди не любят рамы, и интерьер у них в арт-стиле таком, то почему бы и не воспользоваться вот этой галерейной натяжкой холста на подрамник. Вот. И, ну, если люди любят рамы, вот как я, допустим, я очень люблю рамы. Я вот подобрала такую голубенькую с глубиной. Вот такую под травинки текстурную. Ну, это так. Первый, так сказать, примерочка первая. Вот такая. Почему-то меня тянет на голубое, потому что именно лето, зной, жара желтая соседствует с прохладой. Вернее, желательно внести прохладную нотку. Вот, и будет звучать этот цветочный сюжет в этом оформлении, в этом обрамлении. Ну, если рассматривать, то это со своими особенностями, может быть, более мелкой пропиской, дробной такой, а это более общее написано, но здесь мне нравится фон. Вот тут я оставила подпись в виде стебелечков. А здесь вот просто Ларус написан. Вот. Вот такие две сестры, две сестренки. Ну вот, познакомила вас с новыми своими работами. Заходите в мастерскую Ларус, где вы можете воочию лицезреть эти работы и многие мои работы другие, если вы любите живопись. Вот, также можете зайти в YouTube. Приглашаю всех в YouTube, моих друзей на Одноклассниках. Жмите на колокольчик, заходите на канал Ларисы Изюмченко, так и называется канал Лариса Изюмченко. Вот, заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, и вы всегда будете в курсе моих новостей. То есть вот такая будет виртуальная дружба, вот, которая подчас греет душу, приносит такую теплую нотку в восприятие мира. Вот такие вот отношения, такие вот дружбы виртуальные. Вот. Поэтому я буду рада гостям на Ютубе.
просмотрам в Одноклассниках. Мне очень радует, что людям это интересно. Вот. Ну, желаю всем хорошего нового дня. Август в разгаре. Лето еще впереди. Еще может много, очень много случиться хорошего, солнечного, разноцветного, как на этих картинах. С вами была художница Лариса Изюмченко. До новых встреч!